И вот сейчас мы в ожидании чуда. 97-го рейтинга желательно, чтобы была карточка Португалия. Здарова, друзья, с вами Влад Кабыс, а в сегодняшнем выпуске я открою самые дорогущие наборы, которые у нас доступны в игре. Прежде чем я начну, я напомню каждому из вас, то что вы можете принять участие в конкурсе на прокачку вашего основного аккаунта. Буду разыгрывать каждому из вас 20 тысяч FK-поинтов, все абонементы, которые у нас доступны в игре, а также топ спецпредложения, начиная от уровня 94 по 97. Чтобы вы смогли принять участие, вам нужно подписаться на мой YouTube канал, поставить палец вверх, написать в комментариях то, что вы от меня хотели бы получить прокачку вашего аккаунта, и обязательно вам нужно перейти в мой телеграм-канал и нажать на кнопку «Участвовать». Буду проверять на все выполненные условия, обязательно открывайте ваши подписки на YouTube. Что-то не сделали, сори, отдам другому человеку ваш приз. Спонсоры оплатили прокачку, поэтому можете с легкостью принимать участие. Друзья, но если вы испытываете проблемы с покупкой FK-поинтов, звездных абонементов, то все покупается официальным путем через меня, через мой магазин. У меня в магазине вы найдете абсолютно все спецпредложения, которые у нас доступны в игре, а также FK-поинтов в неограниченных количествах. Напоминаю, то что покупая через меня, вы покупаете только официальным путем и без каких-либо блокировок. У меня в магазине покупка доступна для всех стран СНГ. Все самые лютейшие спецпредложения, которые у нас есть в игре, доступны у меня в магазине. И после первой вашей совершенной покупки вы получаете бесплатный подарок от меня в магазине. Ссылка на мой магазин находится в описании, буду ждать всех вас там. Откроем набор ТОТИ 100, возможно отсюда что-то интересное выпадет. Как вы думаете, есть ли шанс на топ игрока? Я думаю, то, что маленький как всегда остается, ну в этом первом наборе... Обычно ничего нету ТОТИ 100, а вот во втором бонусном наборе все может произойти. Бонусный игрок, непродаваемый. Как думаете, кто же будет этим бонусным игроком? Давай, Лионель Месси, если можно, выпади. Да! Да! Блин, 95-й, падла, 95-й! Блин, ну как батить можно так? Ну некрасиво есть спорт, некрасиво, капец. Не, ну игрок топовый, но опа, Месси, ну а дальше уже такое себе. Блин, жаль то, что непродаваемый игрок, жаль, просто жаль, ну капец, такой игрок выпадает легендарнейший тебе. Еще и так забатили, скотина, ну некрасиво же реально так. Ай, ладно, ладно, ладно. Блин, ну Месси получил, это реально круто. Набор ТОТИ 100, 2000 FK-поинтов трачу. Надеюсь на то, что в следующий раз уже не карточка Лионеля Месси 95 будет, но хотя бы 97 его карточка уже. ЦП, Парис Сен-Жермен, 84-й, и здесь ничего интересного нету уж точно. Бонусный игрок, непродаваемый, открываем. Хорошо, что здесь будет? Италия, центр защиты что ли? Нет, цапник. Ну, тоже довольно-таки неплохо, но лучше СЗшник был бы, потому что Баджо карточка не такая топ, но неплохо. Почему бы и нет? 2000 FK-поинтов еще раз тратим. Что в этом паке будет, как думаете? Здесь у нас пока что, ну точно ничего интересного нету в самом первом наборе. ЦП из Ливерпуля, ну, кстати, более-менее даже норм. Но рейтинг 84-й это низкий рейтинг. И второй набор мы открываем, что во втором наборе будет? Как думаете? Токс, Италия, но только не цапник. Центральный защитник, да! Мальдини карточка 97-я, наконец-то я смог это сделать. Но, блин, самое обидное то, что не у себя на аккаунте, и второе еще самое обидное то, что он не продается. Блин, на Мальдини получил это ни хрена себе. Мне кажется, это полный разрыв. И Карима Бензема еще карточка совместно с ним. Блин, ну также обидно то, что не у себя на аккаунте, еще и не продается его карточка. Это просто жесть. Открываем набор 95-97, посмотрим, что же в этом паке выпадет. Спецпредложение ТОТИ. Я думаю, то, что сейчас 10 тысяч монет будет. А вот дальше вот самая основная награда, это карточка 95-97. Как думаете, 97-й выпадет здесь? Я очень надеюсь на то, что да. Но 10 тысяч монет, это, конечно, рофл в начале, но потом самый топчик начинается. Бонусный урок непродаваемый, открываем. Кто выпадет в этом наборе? Франция. ЛЗ. Блин, ну, вроде бы достойно, но чуть-чуть не то. Эрнандес за карточкой 95-я. Покупка снова завершена и продолжаем мы. Спецпредложение, здесь ничего интересного не будет. 10 тысяч монет, ну, неинтересная награда. А вот дальше самый топчик начинается. Бонусный игрок. 97-й будет снова.
Испания, цопник походу. Да, 97-й Родри. Ну красота, красота, тут нечего сказать. Мне на основе тоже его карточка выпадала. Теперь вопрос, что мне делать с его карточкой, как мне его прокачать? Потому что, блин, в составе 97-й цопник мне нужен, но вот что с ним делать и как его прокачивать, это тоже такой максимально жесткий вопрос. Мне нужно как можно больше карточек Маскерано. 95 по 97, снова бонусный игрок. Кто выпадет сейчас? Смогу ли я выбить топ 97-го игрока? Монета 10 тысяч неинтересна, а вот самый основной набор интересен пипец как. Нужно 97-го рейтинга карточку БП выбить. ЛЗ, но нет. Блин, ну что ж такое? Спецпредложение Ultimate Тоти. 95 по 97. Начинаем мы с награды 10 тысяч монет. Это такая туфта награда. Но вот вторая награда самая топовая. Здесь абсолютно любой игрок может выпасть. Смотрим, что выпадет. В этом паке Франция. Да ну сколько раз уже можно выпадать той же самой карточки? Ну сколько можно? Постоянно та же самая карточка берет и выпадает мне. Ну это прикол какой-то, честное слово. Набор Тоти 100, 2000 FK поинтсов тратим. И что в этом паке будет? Ну, эффект, конечно, не самый интересный. Игрок тоже, цопник. 85-й. Блин, ну конечно, могли бы улучшить самый первый набор, было бы намного круче. Продолжить нажимаем. И вот сейчас мы в ожидании чуда. 97-го рейтинга желательно, чтобы была карточка Португалия. Да! Блин, это ж не Криштиану Роналду. Себе тоже офигенно. Но я хотел Криштиану Роналду больше. Хотелось Криштиану Роналду карточку больше. Отвечаю вам. Не, конечно, тоже максимально рад. Но вот прикол в том, что я больше хотел карточку Криштиану Роналду выбить. На 97-го тоже максимально рад, то, что сумел выбить у себя карточку. Бляха. И Гюндоган совместно с ним еще. Вот только один огромный минус, то, что не продаются эти игроки. Такой кайф был бы, если бы они продавались. Почему нельзя было сделать продаваемых игроков? Есть спорс, я вас не понимаю до конца. Хорошо, открываем финальный, самый нужный набор. 95 по 97. Что в этот раз будет? Холланда карточка, да! Есть карточка, да! Наконец-то уже без подстав, 97-й! Блин, ну вот это вот хорошо! Батя просто в деле разрывает нахрен эту версию FK Mobile! Вот это вот, понимаете, паки, ну просто они творят чудеса сегодня у меня на канале! В этом наборе что будет? Франция? Цопник? Из Монако и тут, ну, 85-й как всегда. И вот основной набор, номер 2. Что в нем будет? Топ игроков мы уже получали. Блин, 96-й. Ну понятно, уже сколько раз его карточка выпадала мне. Не сосчитать, на самом деле. 96-й Санчес. Круто. И Антуан Гризман, 92-й. Ну красота, что еще тут скажешь? Центральный защитник, да ну нахрен. Ван Дейка карточка. 95-й, но... Блин, ну не знаю, это наборы шикарнейшие. Такое, конечно, сотворили EA Sports. Я сколько раз повторяю, жаль, конечно, то, что не на основе, но, блин, реально не хватает мне на основе таких топ-игроков, которые здесь выпадают в паках мне сейчас. Хорошо. Но снова, походу, Ван Дейка карточка, 95-я. Ну что такое происходит сейчас со мной? Самых-самых топ-игроков я повыбивал совместно с вами. Набор начинает рейтинг 95 по 97, я разыграю себя в телеге, так что обязательно туда переходите и принимайте участие. Что это за магический аккаунт, там где одни Нидерланды выпадают? Тоти 100 набор открыл, 85-й, ну здесь неинтересно, а вот сейчас начинается самый сок. Ради этих паков я всех вас сегодня собрал. Да ну не гони снова Ван Дейк, что? Ни хрен нище себе, вот это намного круче. Ван Перси карточка 94-й. Да, рейтинг не такой высокий, но тоже приятно то, что такой нападающий мне выпадает. Блин, такой молодой он тут еще на фотографии. И 89-й. Не, ну это круто, потому что эта карточка мне еще до этого не выпадала. 95 по 97. Мой самый любимый набор мы открываем. Неинтересно, 10 тысяч монет. И вот, 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 настало это время. Я готов открывать, я готов разрывать. И хочу, чтобы сейчас годнота выпала. Что будет? Франция. ЛЗ, ну блин, ну нет. Ну так неинтересно, если честно. Как всегда, у нас покупка завершена. Все официальным путем покупаю. Даже смс-ка приходит о том, что покупка завершена. 10 тысяч монет.
И вот. Давай уже 97-го, по-братски. Что сейчас произойдет? Хорошо, Бельгия. ЦП Кевин Де Брюйне, добро пожаловать ко мне в составчик. 96-й. Блин, ну 97 хотелось бы, но Кевин Де Брюйне тоже неплохо. Почему бы и нет? Шикарнейшая карточка, но непродаваемая. Набор Тоти 100, открываем его. Ну, 85, а не 87 даже, впервые. И вот самый основной набор. Здесь есть шансы получить абсолютно любого игрока. Франция. ЛВД. Наконец-то, Килиан Мбаппе, добро пожаловать в составчик 96-й. Разорвали нахрен это событие. А вместе с ним Барелла еще карточка. Шикардосик. И вот в финальном наборе что нас будет ожидать? Франция. ЛВ что ли снова? Нет, ЛЗ, но... Тоже пойдет, но ЛВ побольше хотелось бы получить в наборе. Эрнандес за карточка, 95-я. Бонусный игрок. Посмотрим, что сейчас выпадет. Почему-то подвисает, не знаю, что за хрень происходит. Надеюсь на то, что что-то годно выпадет. Не зря подвисает. Нидерланды, центральный защитник и Ван Дейка карточка, 95-я. Ну... Вот такие вот дела. Снова я трачу 2000 FK поинтсов в надежде на то, что я смогу выбить карточку Лионеля Месси 97 рейтинга. Надеюсь на это. Ну, пока что такое себе выпадает. Нап 85. Ну, ни о чем. И вот сейчас самый основной набор. Давай. Здесь, если можно, чтобы фартануло мне. Я прошу, я умоляю. Англия. Нап. С Баварии. Наконец-то случилось чудо в карточках. Харри Кейна 94-я. И Тони Кросса совместно с ним 88-я. Добротненько. 95 по 97 набор открываю. Спецпредложение. Ультимейт Тоти. 10 тысяч монеток. И вот самый основной, самый главный набор. Что в этом паке выпадет? Как вы думаете? Наконец-то будет 97-й. Нидерланды. ЦЗ что ли? Да, блин, ну Ван Дейка карточка. Круто, но... Уже много раз мне выпадала его карточка, поэтому ничего не могу сказать. Набор 95 по 97. Первый пак, что здесь будет? 10 тысяч монет, как всегда. И во втором паке все самое интересное нас ожидает. Пам-пара-па-па-па-па-па-пам. Португалия, да! Нет! Блин, скотина. 96 рейтинг, Рубен Диеш. Я на доли секунды подумал, то, что это самая эта карточка. Блин, ну скотина, ну вот так подставить меня, ну так нельзя выступать из спорта, ну как же так? Блин, ну обидно, вот реально вот здесь вот обидно было, супер жестко обидно. Мне не понравилось такое. Друзья, ну если вам понравился сегодняшний видос и вы хотели бы продолжение, то напишите об этом в комментариях. Напомню каждому из вас то, что вы можете принять участие в конкурсе на прокачку вашего аккаунта. Ссылка на прокачку находится у меня в телеге, обязательно подписывайтесь. Принимайте участие, получайте все самое годное от меня. Если вдруг вы испытываете проблемы с покупкой FK поинтсов, звездных абонементов, то все покупается официальным путем через меня, через мой магазин. Ссылочка находится в описании. Все, ребята, всем вам до скорых встреч и всем вам пока!